Как раз сегодня, 10 октября 2015 года, бригада Игоря выполняла работу в Ногинске, Московской области. Вот видите дерево, около метра диаметром в основании. Свалили за один день, за умеренную плату. Особенностью работы было то, что один из суков в обхват был на крыше двухэтажного дома. Очень безопасно его удалили, ничего не повредили. Работы остались довольны, большое спасибо.